эскапизм и все дела. Ну, может быть, эскапизм немножко. Тут же принять. Пережить. Ну, главное, пережить и принять. Нет. Переживаешь, не принимаешь и делаешь так, как надо, как должно быть. Ну ладно. Так, все, тебе нужно в этот, в... Да, портусь, наверное, сразу можно. Вот, смотри, прям недалеко. А, ну тогда просто добеги. Что ты там нашел? Ой, ладно. Уже ничего. Мы хотели посмотреть, что там было написано про фотки. Про что? Про фотку. Какую? Ну там. Просто вперед, вот она. Это моя ложка. Да, я знаю. Возьми себе свою. Я уже прилип. У тебя невкусно. Где вход? Помоги мне. Стой, не крути камерой. Нашла. Дай пройди! Тут прикол какой-то. Здесь просто коллизии очень. Дубовые. Ага. О, обе. Еще, подожди, еще что-то было? А, татуировка. А, это просто туда. Понятно. Начнем с этого. Значит, это. Крупным британским чиновником. Это субъект. Субъект. Чиновник. А дальше? Наверное, реестр. Сохранится. А то сейчас мы тут долго просидим. А здесь что? Давай сначала. Пролистаем высоту. Короче, чиновник. Наверное, реестр. А, период. Британцы. Угу. И, скорее всего, реестр. Потому что район он не посещал, наверное. Скорее всего, по роду занятий, наверное, попробуй. О. А. Томас Нортон. Родился в Лондоне в 40-м. Окончил Оксфордский университет в 64-м. Устроился секретарем Министерства внутренних дел в 69-м. В 75-м. Занял должность военного представителя в Индии, в 77-м по приказу королевы награжден орденом Бани. Орден Бани. Назначен... А что это интересно значит, этот орден? Назначен британским послом на кордоне 1 марта 78-го. Есть свой кабинет в ратуше. Это прям... Отлично. Здесь? Да. Во, с ним надо поговорить, наверное. И еще вот это надо найти. Сохранюсь. Буду, кажется, не сохранить.
Значит, люди некоего Никола, дельца из Скаладио, район Скаладио, реестр, род занятий. Скорее всего. Он занимается закупками разных товаров и предпринимательство. Да, предпринимательство. Никола Бернадотти основал акционерное общество в 1973-м. Главная контора расположена на юго-востоке Скаладио на Базар Роуд у перекрестка с Роман Роуд. Компания перевозит товары между британскими колониями в Африке и другими землями Британии, в том числе кордоны. И, как правило, груз продовольственный и бытовые товары, вино, кофе и пара. Основатель... Мистер Никола Бернадотти родился на Сицилии, переехал в Лондон в 73-м в возрасте 39. Позже в том же году перевел главную контору на Кордону, заявив, что хочет быть ближе к колониям, где ведет дела. Со дня прибытия на остров мистер Бернадотти проявил себя как меценат и вложил немало средств в его процветание. Из недавних пожертвований можно отметить покупку нового оборудования для полицейского участка и помощь губернатору с перевозкой воздушного сундука, свинцовый дирижабль из Германии. What a lovely man this Bernadotti is, eh, Sherry? Can't wait until we get to meet him. Акционерное общество Бернадотти. Надо посетить и поговорить с Нортоном. Будем искать Нортона. Может, он здесь сидит? Ну-ка. Полюбас где-нибудь здесь. Потому что мы уже в ратуше. Ну, круто. Наверняка наверху сидит. Наверху, а наверх можно подняться. Пока нет, но... Смотри, могу поговорить. А. Со всеми. А ты с этой стороны. Да. Закрыто. А, вот Томас. Томас Нортон, ну, точно. Ох, ну что ж, Томас Нортон. Ну-ка, что у него примечательного здесь есть? Ничего. Картина. И все. The Empire Strikes Hard. Он просто имперец. До мозга костей. Ладно. If you're here on matters of signing up for military service, come back tomorrow. Our department needs to straighten out some business. Наблюдать. Глаза красные, не спал. Каш переживал. Щетина нет, времени бриться. Медаль. Носит, не снимаю. Во. Красное пятно, вино. Ну, такое оно, не очень на кровь похоже. Как будто пил только что винишко. Одежда мятая. Скорее всего, он пришел и убил этого художника. Потому что там на стекле, на разбитом было красное, то синие нитки. И вино у него на руке. Точно. Красное пятно на запястье, небритость указывает на небрежные... отношения. Короче, сразу мучает совесть полюбас. Его мучают воспоминания о страшных ошибках прошлого. Судя по красному пятну, он недавно выпил, любит вечеринки. Блин. Хочу пройти эту игру, вот, выбирая такие сратые ответы. Игнорируя Джона. Он же там ныл, типа, не игнорируйте меня, пожалуйста. Задизлайкать, короче. Дизлайкаться от него. Мне кажется, он сам тебя покинет посреди игры. Ладно, посола мучает совесть.
Why are you staring at me like I'm a Madame Tussauds figure? Didn't you hear what I just said? If you blame yourself for what you did, it won't be any good unless you confess to me, so I'll try to be polite. What sort of did are we talking about? Are you from the press? I'm here because of Nayla. Who? You don't remember her name. Lad, if you won't tell me why you came, I'll call for someone here to sort you out, if you get my meaning. Да, услышали. I came to talk. I have a solid piece of evidence that proves you guilty of the violation of a young girl. What kind of evidence? The silly painting? That's ridiculous. Rumors. Don't listen to a word of it. I wouldn't call it solid if it were just a painting. I have a photograph that would be enough to cause a scandal at the very least, not to mention criminal consequences. A photograph? Oh, so you've plucked up courage to finally come here. I won't pay you a single coin until I see the photograph for myself. I'm not interested in money. I came here to hear your version of what took place. I'm not in the habit of making rash decisions. Not in the habit? Well, it didn't seem like that from the letter you wrote. I've never written a single word to you. That's not my style. I'm more direct. But in exchange for my patience, I demand your full cooperation. I need you to tell me everything. Fine. I suppose now we have a nice long talk. Do you drink, Mr. Sherlock Holmes? And I do not. Shame. All the best discussions are accompanied by a glass of whiskey. But out of respect for you, I won't drink either. Respect? That's an unusual word in your mouth, Mr. Where are my manners? My name is Thomas Norton, a British envoy in Cordona on a military mission. So, where do we start? Начнем с Меркурио. Меркурио? Давай. Boniface Mercurio, does the name mean anything to you? He's an artist, right? The one responsible for the painting that compromises you. I found him dead in his room. Oh, that is bad. Wait, you don't think that I have anything to do with this? You had motive to kill him. Maybe I did, but listen. I know how this looks, but murder? That's on another level. I had thoughts that this Mercutio... Mercurio. Ну, well, у него дырки нет, yes, чтобы... I thought he could have been the blackmailer. But I was too afraid to make any hasty decisions. There were plenty of ways to fail by making a move, so I chose to wait, to see what he would do next. You have to believe me. I don't believe people, I believe evidence. Then look at the evidence. Что произошло? So, let's return to the beginning. What happened at the party? I vaguely remember that night. As usual at such parties, you meet people, you talk with them, they invite you to spend some time alone with them. What can I say? I got myself mixed up with the wrong company, and somebody must have mixed some psychoactive substance in my drink. After that, it's all blurry. I completely lost my sanity. I made a terrible mistake, which I regret deeply. You don't say. Do refugee girls often appear on the menu at those types of parties? It's rather rare. So you didn't attend the party to engage in an exotic experience involving a vulnerable woman unable to accuse you of assault? I would never have planned such a terrible thing. What happened was just bad circumstance. The painting that depicted you in the image of the devil was stolen by a mercenary. Did you have anything to do with it? I might be a rotten person, sir, but hiring criminals for illicit purposes is not in my daily schedule. And buying the painting in an attempt to hide the crime, is that on your daily schedule? What would you do in my situation? I would never put myself in such a situation. You're young. I could never have imagined myself in my current position. Yet, here I am in front of you. We all make mistakes, Mr. Holmes. And I'm no exception. Ну, когда я тебе говорю, представь, а ты, я бы так никогда не сделала. Вот и Шерлок тоже такой, он говорит, представьте, если вы оказались, на... я бы не оказался на вашем месте. Ноль фантазии, ноль прям. Не знаю, у него нормальная фантазия, он нафантазировался. Ну, все, на этом она и закончилась. You mentioned blackmail. Tell me about it. All right. A couple of days ago, I received an anonymous letter.
They said that in the art gallery at Caravansary there exists a painting that incriminates me. The blackmailer made it clear that if there is a painting, then a photograph exists too. And I should be wary of what it might do to my reputation. What does the blackmailer want from you? Money, of course. What else do such people want? Needless to say, I don't remember anyone taking photographs at the party. Up until the last moment, I hoped he was bluffing. But he wasn't, as you've just proven to me. Show me the letter. I burnt it as soon as I read it. I've left enough evidence. There's no need for any more. Mr. Holmes, I've built my entire career on hard work and uncompromising dedication to the Crown. I made a mistake, but I'm not a villain from some cheap adventure fiction. By putting me behind bars, you will benefit precisely no one. Rotting in prison is the least you deserve, but I have a better idea. You will make amends and help the ones you hurt. Use your connections to help patriate the refugees, find them decent homes, give them jobs. There must be a meaning to your position and my decision. Yes, all right, I can do that. So, will you give me the photograph now? That's not all. Блин, это хоть Шепард. А чё, зачем тогда мне было выбирать? Нейла deserves the very utmost of what you can do. Help the girl. Это нравится, если бы я выбрала Нейла. I can't repress paying extra attention to her. I will do anything except that. I need to think this all through. Don't do anything foolish in the meantime. What makes you think you can decide what's best for these people? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. Что там делаешь? Come on, it's not like we've got anything better to do. Так. И показания. Пойдем к этому. Эксла. Кого кому? Губернатор. Мы с Шерри зашли в архив, нашли, что хотели, и ушли. Теперь пап. У нас полно свободного времени. Можем? А, опять пап. Повторяется. Угу. Значит, надо это. Это кто? А, это он. Чертоги? Или ты куда хотел пойти? Предложение посла, фотография разрушит карьеру посла. Хочет заполучить фотку, чтобы его репутация ничего не угрожала. Все. Все беженцы, заложники системы. Посол хочет спасти репутацию. Британский посол изнасиловал молодую беженку на закрытом вечере. Сохранилась фотка, которая способна разрушить его карьеру. Я бы и рад ее опубликовать, но у посла есть возможность помочь. После содеянного нет ни веры, ни прощения, заслуживает по меньшей мере того, чтобы на него обрушился гнев. Я отдам фотографию Фогелю, чтобы он ее опубликовал. Или меньшее зло. Так, что выберем? Пока ничего, давай сходим в этот. Потому что... Куда? К этому, к челику. Кто-то же ведь послал убийцу. Этот посел. Посол. И послал. То есть ты хочешь сказать, что он послал чувака, который принадлежит какому-то... Каким-то контрабандистом? Мне кажется, он принадлежит контрабандистам. Сам ну, давай посол. Дальше посмотрим. Или неинтересно? Ну, ладно, давай. Смотри, показания посла, и их можно обсудить с кем-то. С этим, с Фогелем. С Фогелем? Больше он мне ничего не скажет. Have you thought it all through? А у меня же нет фотки. Она у тебя с собой. Пока уйди, потом. Не, я в том плане, что у меня фотку забрала это. Тетка. Она тебе... Во-первых, четко у тебя забрала рисунок, который нарисовал.
Нет, фотку она забрала. Он же такой ей показывает фотку, говорит, мне, конечно, неприятно вам ее показывать, это ужасная, ну, фотка. Она такая ее забрала и закрылась. И такая потом говорит ему, типа, что-то типа, у него был крест. Так вот, я не помню, она отдала ему обратно ее? Он ей тыкал тем, что нарисовал... Кому? Ей, ее же, блин, картинку? Да, потом на запись посмотришь. Не ее картинку, а этот... А, фотку этого челика. Да, рисунок. Рисунок. А, все, теперь поняла. О, смотри, никого нет. Ну ладно. Даже взаимодействия нет. Ладно. Думаешь, к Фогелю? Не к Фогелю. Ты только что сказал, вот это к Фогелю идти. Я говорю, это к Фогелю идти, с Фогелем болтать. А тебе нужно... Что? К этому, к Николе. Кто такой Никола? Кто такой Никола? О ком мы сейчас говорим? Класс есть такой. Ну пойдем поскухли в нем. А, ну я поняла тебя, вот здесь. Вот здесь. Да. Уф. Скаладио. Тебе нужно Скаладио. Пересечение базар Роуд и с Роусман. Юго-восток Скаладио, базар. На базару. Если тебе туда не интересно, пойдем к Фогелю. Интересно. На пересечение базар Роуд. И чего-то там еще. У перекрестка Роман Роуд. И Роман, видишь, Роман. Базар. Она вверх идет, вверх, дальше. Ну это уже не то, это уже. Мне вот здесь надо написано искать. На юго-востоке? Да. Казино Бульвар. Вон он, Роман Роуд, увидел. Правее. А, вот он. Так. Я хочу. В рамках программы по приведению туриста губернатор Кордона с радостью объявляет о начале состязания по поиску кладов. Состязание состоит из трех этапов, на каждом из которых участников ждет 8 фотографических подсказок, указывающих на место, где спрятан клад. Собрав все 8 шкатулок с кладом, участнику или участнице следует вернуться и получить подсказки следующего набора. Ну это нужно, короче, ходить. Да. Искать по фоткам. Ага. Ну то есть можно по пути, пока делаешь мейн-квест. Еще есть? There is no amount of money that would make me talk. Да, ладно. А здесь уже... А. Я какой красивый. Птички здесь должны. По всем законам анатомии. Угу. И крылья, и анатомия, блин. Сказала Ксюша про адоптов. Можно купить что-нибудь там? Стулья новые? Не, не можно. Можно. Это не стулья, это картины. Я не хочу картины покупать. Мне не интересно. Конь нервничает. Видел? Вот нам вот в этот дом. Церковь Нет. Святого Петра? Ты сказал здесь. Я сказал, что вот. Где-то здесь должно быть это быть. А-а-а, чуть не слезть.
эти лестницы ужасные, удобные. На Базар Роуд у перекрестка. Это. Сейчас чекну, просто может по пути будет. Песчаный берег. Даже не знаю, где это. Дальше высокая башня. Ага. Беседка. Что-то знакомое. Что-то знакомое, где-то, да. Видели. Короткий мост. Длинный мост. Карета во дворе. Тоже где-то недавно видели. Какой-то порт, видишь? Якоря. Ну, тоже, в принципе, это я знаю где. Это яхт-клуб. Да. Похож. И статуи льва надо найти. Угу. Ладно. Ладно, если вдруг по пути что-нибудь увидим. Можно потом побегать целенаправленно поискать. Ой. Континент. Открой карту. Так, он сказал, на Базар Роуд у перекрестка с Роуман Роуд. Но только здесь. Не, подожди, это не на Базар Роуд. А у Базар Роуд нет Романа перекрестка. Если только вот здесь. Вот здесь, где я стою. А где заканчивается Роман Роуд? Вот она. Вот здесь заканчивается, вот она. Маленькая. А вот еще базар есть. Но Романа больше нет. Вот еще базар. У перекрестка. Что-то как-то. Душанбе. Как она называется? Акционерное общество Бернадотти. Там не будет вывески, если что. Вниз пролистай. Угу. Ну ладно, давай попробую как-нибудь побегать здесь. Вдоль Базар Роуд пробеги. Туда? Угу. Что за надпись? Monte de Pegni. Книжная лавка. А что книжная лавка? Что в ней? All fresh issues are sold out. А, ну ясно. На юго. Может, вас... здесь? Смотри, акционерная общество, здесь что-то толпа стоит. Не сюда. Юго-восток. Ну-ка, где мы уже? Налево посмотри. Булочная. Нет, это не то. На юго-востоке. Ну вот, юго-восток, Скаладио.
Но тут нет базара и... Может быть, вот здесь, вот с этой стороны? Но с этой стороны Роман, ты видишь здесь хоть один? Ну, она, может быть, вот так Роман идет. То есть, ну... Смотри на дома. Бернадотти. О, нашли. Ой-ой. Ты был прав. Прям выискал. А мы ее видели уже. Слепых. Мы сюда пытались зайти, кстати, помнишь? Не. It seems they're not expecting guests. I won't wait for an invitation, John. Так, что там обновилось? Парадный вход закрыт. Надо поискать другой. Все просто вокруг дома, ну, вдоль стены. So what's the infiltration plan, Sherry? I'd go in through the rooftop if we had a harpoon gun. Он же прикалывается, наверное, про гарпунное ружье. Но у меня нет гарпунного ружья, где его возьму? А то... так, да, наверное, прикалывается. Но мне его план нравится. Потому что ты Бэтмен. Нет, потому что так быстрее, чем этот шарится по помойкам. Ну, на крышу ты можешь забраться, а просто в здание никак не попадешь. Ой, в крышу проломить не попадешь. А что тогда стену не проломить? Нет, наверное, здесь не то. Ладно, пойдем еще обойдем. Можно, конечно, спросить. Но ты можешь с другой стороны попробуешь еще обойти. Ну сейчас обойду. Я думал, ты туда и побежала. Я туда и побежала. Вот, видишь? Вот, хоп. Все. Какой перл, что ли, во что-то? Нет. Смотри, что есть. This earthenware came a long way from the Staffordshire potteries. These workers don't look like your average Cordona folk. They're refugees from the camp. Как ты ходишь странно, блин, кругами. Хочу, как хочу, так и хожу. У тебя стена невидимая, что ли? Ты просто... Нет. Ты просто прям четко прям по границе какой-то ходишь. Как хочу, так и хожу. Я ищу, что мне тут посмотреть интересно. Куда нажать? Че не так? Хочешь, сам сядь, играй. Porcelain friend for every child. Да, нет, не она закреплена. Я не знаю, что закрепить надо. Тебе ничего не надо закреплять, просто ходи смотри. Ты же вроде этим занималась. Че начинаешь ныть? Shipped from Cape Town. The wine route from colony to colonies. An essential remedy against sea scourge on any ship. Bernadotti doesn't miss an opportunity to occupy every niche in the market. You go, that's our way in, Sherry. Я тоже, походу, это в ящик. You go talk to that beef. I'll sneak up from behind and take him out. Пиздуй. Ладно, вот с ним надо. Или я могу здесь посмотреть? Да, закрыто. Острый козырек. А он, смотри, у него. Гидоранги, походу. Пиздец. Вот это, наверное, потому что что-то как-то вот это сомнительное вместе с этим. I'm here to discuss business with Mr. Bernadotti. I tried the front door, but Mr. Bernadotti isn't seeing anyone.
You have 3 seconds to walk away. Наверное, как бандит. Capito. It's in Mr. Bernadotte's best interest to. One. Как думаешь, сказать? Да. Или я по морде получу? Да, скажи. Хотя можешь это ударь. Listen, the man Bernadotte sent up. Ладно, ударь. Они все на меня набегут. Ну и ладно. Давай. I did try to resolve this peacefully. Что, что ли? Очень странно. А что, типа, народ не сбежал? Ну вот сейчас и сбежится. Ай, блин. Можно, не надо. По шапке. I'm coming for you. Don't bother me. You've lost. No more crime for you until next month. Что делать? The snuff's ready. I couldn't miss the party. Too simple. Give him the pepper snuff. Так. Надо свер... А, нет, сначала броню шибить. No more crime for you. The snuff's ready. Snuff. Ну, этот порошочек. Да, я... Сзади, осторожно. Да! Take a rest, my friend. Give him the pepper snuff. Нет, у него... I thought we were... Загрузить! Нет, я не готова убивать. Как бы мы не убиваем. Ни одного здесь человека мы не убьем. Да пожалуйста. Но как ты могла в Леонардо пропахнуться? Я жареных гвоздей поела. Скипай. Все знала. Как же тут тяжело наводиться, я не знаю просто почему, но пипец, он как будто сразу в киселе. Но он замедляется не только. И очень тяжело становится. Don't cry, you'll live. Нет, нет, не надо мне. Ой. Ой, блядь. Пока другого. Этого табакеркой. Ну, табакерочка. Жуй, блядь, вообще нет, зачем? Словил. Нет, нет. Take a rest, my friend. Может, мне там мою мышку к тебе подключать? А где он? Time to knock this guy. Там кто бежит вверх. Ах ты мразота. И чё? Ну вот ты попала. Давай выйдем снафом. Да ты бейтесь, блядь. Да, блядь, анимация этого снафа странная. Это жесть какая-то. Он просто, ну, кидает и еще 10 лет думает. И в него, блин, закидывают все ножи, какие только могут.
No more crime for you until next month. Блин, the snuff's пожалуйста, ready. It's all yours now. Nothing. Go for it. А, не то, не то! Не то нажала мне! Свет, ладно. Ай, красным загорается, когда попасть можно. Я знаю. И в чем прикол, блять? Он прям мимо проходил, почему? Ну потому что нужно до, а не после. Они сейчас подбегут к мешку. Ладно. Стой здесь. Ха, это что такое? Это челик, походу, попал в мешок с мукой. Как он, правда, попал? Fire. Ой, блядь, нет. Видишь, он стоит после этого. Да подбеги к этому, да, вот здесь, стой. Все? Мучения закончены? Это, наверное, только в логове бандитов, там, 10 волн подряд. Бля, всего лишь 10 денег мне. Смотри, дали. Целая Лукас от... Да мне 10 денег всего лишь дали. Чё мне этот Лукас? You've disappointed me so much, Sherlock. Объясни. Нажми еще раз объяснит. Я чё-то не очень поняла. Поясни, блядь, свою маленькость. So much, Sherlock. Почему? Что произошло? Ладно, иди сука, дальше. Убила бы нахуй. Куда идти-то? Ну, в какую-нибудь дверь. Пойду в эту. Шерри, look. This seems familiar. Откуда, блядь, ты вещаешь? А, во. Почему он разочаровался, вопрос? Ну, может быть, из-за того, что полез в драку. Не, назад. Что-то там. Он сказал, что-то выглядит знакомым. Куда-то, наверное, надо было. Где окно было занавешено? Вот здесь он что-то сказал. Когда ты к этой, когда мимо этого пробегала и к двери подбегала. Вот к этой. Там точка появилась? И как-то непонятно, что там появилось. Да, здесь некоторые двери как бы... Нужно открывать своим бренным тельцем. Картина. Блять, ладно. Вот это фигурка. A Dogon statue from West Africa. A century old at least. Masks, traditional for the Chokwe people of Central Africa. На самом ящик не нужно увидеть. VH Grindley Flow Blue Tableware. This is what lies behind the facade of Bernadotte Company Limited. Древности, типа, вывозят. Угу. Is this? An amazing piece of culture. I imagine many collectors and museums would be interested in having it. Mm.
Картина или чувак? Картина. Let's see what's hidden there. А там тогда что было? А там, не знаю. Набросок. Vogel's stolen painting. Isn't it curious how it developed into a much more interesting case? Давай теперь к тому человеку. Чё с ним? This marble fella. It's like he was made after my image. You see it? Нет. Ясно, нет. No, sir. Don't hurt me. It's all right. I won't harm you. Like you didn't harm the folks on the way here. Что он сказал? Я что-то задумалась. Ты что, не читаешь? Я не успела. Он сказал, типа, я не причиню вам вреда. А он сказал, как тем, которого вы стоите на своем пути. А, блядь, что же мне с ними было делать? А, наверное, надо было просто как-то войти без драки. Зато баксов заработало. Да что мне эти баксы? А что так мало дали? Ксюша через 5 минут. А что мне эти баксы? Don't come any closer. One step and I'll shred you to pieces. Keep standing in my way and no one will ever see you again. Righto. Вивес такой говорит с таким лицом. Спокойно таким. I think I hear. I've got to. It's better I leave. Whoa. Oh, wow. That was as if somebody put my words in your mouth. У меня снова такой фанат насилия, чё же тогда он разочарованный. You acted so much like me. Ну? Но об этом мы читали. This is it. This is where all the magic happens. I suppose it's Mr. Bernard Dotty with our fine governor. It was taken a few years back. John, how many people in Cordona have a photograph with the governor, do you think? You definitely don't have one. Блин, теперь меня все, короче, видишь, боятся. I have a family. Блядь. А то, что челики в меня стреляли, блядь, ничего, да? Spare me. The Bernadotte Company Limited trade network reaches the most distant colonies of the Great Empire. It must be very convenient for a man like Bernadotte. So, you've cut through all the guards just to talk to me. Подожди, чувак. Тут еще есть. Это выход. Ладно, тогда. Давай сначала смотри все. Sherry, don't you think this office suits me? Там что, пистолет был? Нет, это чашка и чайник. Вон пистолет. Дайте! У тебя есть. Ну, вот это лучше, это револьвер. Дайте, хочу. Может, я у него могу забрать его? Типа, давайте обменяемся. Я вам, блядь, вот этого пиздюка, а вы мне пистолет. Whenever you're ready.
I'd hate to intrude. А. Квадрат. То есть идет сначала точечка, потом палочка, походу. Типа выше чин, не знаю. Наверное. То есть у челика было две палочки, точечка, а у которой на входе стояла палочка и точечка. Наверное, как-то так. Пелагра. Что такое? Рука. Расчетливый делец, мне кажется. Прочитай. Суровый главарь банды, расчетливый делец, он излучает уверенность в себе и угрозу. Готов к опасностям, всегда держит при себе пистолет. Выходец из рабочего класса, нарос в бедной семье, с детства работал в поле. Тяжелый труд на солнце, постоянное недоедание привели к развитию пелагры. Он одолел болезнь, но следы остались. Сейчас он достаточно богат, но предпочитает скромную одежду и не любит выделяться. Есть разные татуировки в одном стиле, вероятно, это шифр, по которому можно определить звание человека в этой тайной преступной организации с четкой структурой. Обезжалостный главарь. Не боится запачкать руки. Приходилось нелегко, возненавидел мир. Он ждет неприятностей, при случае он готов сам их устроить. Он рос в бедной семье. Оказывается, приобретение болезни. Не, я думаю, вот это, расчетливый делец. А я последнее не успел прочитать это. Ну, ладно. Я не знаю просто тоже, что. Ну, мне так кажется. Niccolò Bernardotti, I presume. The name is Sherlock Holmes, and I'm afraid I bring bad tidings. Is that so? The man you sent to the refugee camp failed in his task. He impaled himself on his own blade. Clumsy and chaotic end. For a man who just broke onto my property, you are more businessman than brute. You have my attention, Mr. Holmes. Do not waste it. С чего начать? С чего хочешь здесь, походу, все нужно будет спросить. Да, без разницы. Ладно, в лагере погиб ваш чувак. As I said, your man was found dead in the refugee camp. He was there to kidnap a woman, but the other refugees intervened to try and save her. The ensuing scuffle resulted in the man's accidental suicide. He sported the same tattoo as your men in this building. In fact, it also bears a resemblance to the one on your neck. Care to explain what business your man had with this woman? You have no idea what you are talking about. I can assure you this was no kidnapping. The refugees in the camp are on edge. What happened there is a tragic accident, one I am not responsible for. For what reason was your man there if not to abduct her? Why would I answer? You are yet to justify your presence in the slightest. Mr. Bernardotti, do you know the name Boniface Mercurio? I do not. Mercurio was a local artist. Recently, a man broke into his apartment, ransacked the place, and killed him. The thief was looking for something. You are testing my patience, boy. In a moment, the connection will reveal itself. I was hired, privately, to investigate the recent theft of a painting from an art gallery. My investigation led me to a man from your organization, and thus, to you, Mr. Bernardotti. That is quite a stretch. Why would I need to steal a painting when I could buy anyone I wanted? Interestingly enough, I spotted the stolen painting in your storeroom. I buy and sell a lot of things, Mr. Holmes. Unfortunately, if this is true, it is not the first time I have been sold stolen merchandise. I presume you were hired by the owner of the gallery. Tell them to contact me, and we'll sort out the situation. So, this painting is why you broke into my office. So many words, so little action. When you barged into my office, Mr. Holmes, I got the impression you wanted to talk business.
Now I see you had come just to talk. Tell me exactly what you want, or get out. It was necessary groundwork for what comes next. I have enough evidence to conclude that the gallery thief, the artist's killer, and the dead man in the camp are all the same person. Your time is almost up, Mr. Holmes. Before you draw your gun, there is one final detail I am yet to mention. The young woman your man was tasked to collect from the refugee camp had been defiled at a perverse masquerade party. That violation was captured in a photograph by Boniface Mercurio and used as a reference for his painting. The photo shows the attacker's face. Finally. That's why you're here, Mr. Holmes. You have the photograph. It is what your man was after when he broke into Mercurio's apartment, and it is what you're after too, isn't it, Mr. Bernadotte? You have the photograph with you. How much do you want for it? I am not naive enough to carry it with me, but I am yet to decide what I shall do with it. I know the man in the photo is a British envoy. What interest do you have in his downfall? I must admit, I am rather impressed by how comprehensively you have pursued this matter. And so, you deserve the honest answer. My business dealings are often arduous in the bureaucracy. A man in his position, willing to look the other way, could ease my work significantly. In return, I will make sure no one looks his way either. A favor for a favor. Also known as blackmail, the modus operandi of any true professional. It was not originally my idea. Mercurio set things in motion, extorting the envoy for the most trivial of ends. Money. In response, the envoy hired my man to retrieve the painting and the photograph, eliminating Mercurio's leverage. I only learned the whole story after the artist was killed in his home. And rather than extricate yourself, instead you took over Mercurio's venture. It fell into my lap. As a businessman, I simply seized the opportunity. Now, how much do you want for the image? Why did you send your man to remove the woman from the camp? Without a photograph, her testimony was the next best thing. Securing her was in everyone's interest. Victims and witnesses, all too often, disappear. I thought the girl would cipher with us. I did not anticipate what would happen at the camp. I could not help but appreciate the collection of smuggled artifacts in your storeroom. You have rather diversified your business. Oh, high and mighty of you, Mr. Holmes. Not all smuggling is immoral. I pay generous rates to developing cultures and spread their culture to eager buyers. And furthermore, I supply many immigrants with a taste of home. A very convenient way of thinking. I have traveled wildly, Mr. Holmes. I've seen people in far-flung lands for whom my services are a lifeline. Without them, they would starve. The tax on cargo is often so absurd that it would be more profitable to simply sink your ship than dock it in the harbor. And trust me, I am speaking from experience. I saw refugees from the camp at your warehouse. They work for you. I have made certain arrangements with City Hall and the police. Thanks to me, refugees can work and be paid. It's a pathway to freedom. And how much do you save by capitalizing on their cheap labor? I have heard no complaints. They seem happy just to get out of that slum. Why should I give you the photograph? Just name your price. What if my price were not money? You claim to have connections, Mr. Bernadotte. Perhaps you could improve conditions for the refugees. Give them a chance for a better life. I do have connections, Mr. Holmes, but help the whole camp? You are asking too much. I could, however, make arrangements for one person. The woman who was violated will have her own home outside the camp, solely for her and her child. She will no longer be a refugee, but a princess. That I can guarantee. Is that really possible? It will be neither fast nor easy, but I can do it.
She deserves it, don't you agree? And as for her abuser, he will serve me as much as he deserves. So in your plan, everybody will be given their due. Especially you, Mr. Bernadotte. Seems like a fair deal, no? I doubt anyone could offer you better. Simply give me the photograph, and the world becomes a better place. I give you my word. Давай, чертоги разума. Походу, теперь нужно решить, кому фотографию отдать. Ну, я бы вот этому челику не стала бы отдавать, что он какой-то очень мутный. Они здесь все мутные, кроме Фогеля. Ну, а Фогель тут вообще ни при чем. Ну, в смысле ни при чем. Он может их обоих, ну, одного, по крайней мере, потопить. Кого может? А, этого, который насильник, его может потопить. Он там был на этой вечеринке? Давай, чертоги. Бернадотти получил компрометирующие материалы, чтобы шантажировать посла. Но его изнасиловали, а потом едва не похитили. В первую очередь нужно обеспечить ей с ребенком комфортную жизнь. Если берем человека на заложники, жизнь можно и нужно улучшить. То есть, либо будет улучшать жизнь беженцев, либо только Чуиха. Угу. Че выберем? Всех? Всех. Значит, посол хочет спасти репутацию. Значит... Послу отдаем, да? Ты хочешь именно отдать послу или хочешь забить на все и отдать Фогелю? А что, Фогелю можно отдать? Ну вот здесь написано. Ты не читала? Читала, но я что-то не очень поняла. Я дам Фогелю, чтобы он ее опубликовал. Ну и типа челик сядет, а беженцы как бомжевали, так и будут бомжевать. А ты что думаешь? Как бы... Я-то как бы... Не знаю. А я бы просто по приколу Фогелю отдал бы. Да? Вот это его реакция на все. Не знаю, вдруг все скажут, типа... Зачем? А вот смотри, еще поговорить надо. Ну это вот как раз. А, с послом? А почему, вот смотри, что-то такое красное, что-то не красное? Красное это прикрепленное. А, я поняла. Ну здесь мы расследовали полностью, теперь просто чисто вот как тебе хочется. Да, а если мы... Подожди, ему же еще можно стой, отдать фото. Да, подожди, стой. Где стой, этот стой, вариант? Стой. Стою я. Это чертоги разума. Я как раз хотел это сказать. Назад. Здесь выбери другую. Вот, теперь посмотри его. Посол полый человек, а Бернадотти пытается обернуть ситуацию. Я только не очень понимаю, при чем здесь вот этот челик. В смысле? К нему пришел... Не... Короче, посол... Я что-то вообще запуталась. Смотри, посол налажал. Угу. Вот, захотел как бы исправить ситуацию, там, все, весь компромат, ну, себе заполучить. Пришел к этому челику, нанял его челика. Вот, челик пошел к... Убивать челика? Нет, челик пошел украсть картину. Вот, он украл картину из галереи. Ты же сказал, что крал картину сам посол. Что у него там вино на руке.
В галерею кто обокрал? А, ты про галерею, да. Галерею крал этот, который... Его чувак из его банка. Да, он же сам этот, Шерлок, сказал, что кто-то обокрал галерею и пришел в этот... Ну да, в лагерь. Да. Вот. Как бы, все, вот так он и связан. А почему картин потом, две? Я тоже пока не знаю, но он, видимо, может быть, решил вторую нарисовать. Либо у него это скетч был, не знаю, там разные картины. У этого челика картина большая, там даже с фоном, там все такое. Ну а та, как будто прям недоделанная. Недоделанная, да. Вот. А этот челик такой, когда он узнал, что... может обернуть все это дело в свои руки, ну, это, в свою пользу, как бы, вот, чтобы помыкать послом, чтобы спокойно контрабанду возить. Вот. Он послал сам своего челика за девушкой, чтобы ее привести, потому что у него компромата нету, он просто узнал про нее. Вот. Но Ворнл, этот, его посланец налажал и помер. Все, в итоге получается, что это просто жертву, которого украли из его галереи, этот, ну, пожар там устроили и украли экспонат, условно говоря. Вот. Этот челик хочет шантажировать посла, посол не хочет, чтобы его шантажировали. Еще я поняла. И что, ну и что, кому из трех отдадим? То есть сделаем как? Просто всех посадим и забьем на беженцев. Сделаем хорошо только чувихе или же типа всем беженцам норм сделаем? Я бы вот это выбрал. Ну, я бы выбрал вот это. Потому что, ну блин, что один, ну как бы пошел на эту вечеринку. Меня там это одурманит, блин, ты пошел, да. Но зато посол может сделать беженцам, ну, как сказать, им получше жизнь устроить. А здесь можно подумать на тему того, что вот эти гнилые люди уйдут, на их место придут, может быть, нормальные. Вряд ли, там такие же придут. И посол такой. А здесь хотя бы... Я, короче, пошел на богемскую эту вечеринку. Да, на их место такие же придут. А здесь они хотя бы под дудку пляшут. Я говорю, я бы выбрал вот это. Играешь ты. Поэтому... Вообще-то мы играем вместе, как бы. Нет. Неважно, кто на кнопки жмет. Нет, как бы именно вот прям играешь ты, я вместе с тобой. Я вот высказал мнение, что я бы и того послал бы нахрен. Вот. Джонс дизлайкает. Скажет, о, как же бежен. А вот поэтому я говорю, играешь как бы ты. Поэтому, если ты хочешь, ну, через посла спасти, допустим, всех этих, либо, например, только через контрабандиста вот этого. Ну тут без разницы, что мы, да? Здесь непосредственно только вот этого челика. Бернадотти в этом случае. Останется. Ладно, пусть вот так будет. Уверена? Угу. Мне на самом деле, я не знаю, мне не устраивает вообще ни один вариант. Меня просто интересно, что будет, если занять именно чисто объективную сторону. То есть, ты как бы расследуешь это... Я поняла тебя, да. Вот. Без всяких там... О, там... Я поняла тебя. Проявление, условно говоря, человечности. Чисто объективно. Я только не могу понять этот текст, он почему-то... Чем отличие... То есть, здесь мы выбираем, кого... Чем вот это отличается от... Прочитай еще раз. Посол – подлый человек, а Бернадотти пытается обернуть ситуацию в свою пользу. Доверять незанятому и другому, если раскрыть правду, дело решится само собой, я дам фотку Фогеля. И... Посол... Ой, после содеянного британскому послу нет ни веры, ни прощения, заслужит по меньшей мере того, чтобы на него обрушился гнев жителей Кордона. Я отдам фотку. То есть в том случае никто не узнает. О Бернадотти, да, никто не узнает. В том случае о после никто не узнает. В этом случае о после узнают.
Видишь, на посла обрушится гнев. В этом случае ну, гнев обрушится только на посла, а Бернадотте вообще останется. А в этом случае на всех, да? Да, но здесь написано, что ни тем, ни того. Тогда на всех, конечно. Ну вот я поэтому и говорю, именно что... пусть ситуация осветится так, как она вообще есть, без приукрас. Тогда. Вот, да, я о том же. Ой, сейчас на меня гнев обрушится. Чекай. Сейчас начнет мыть. Посол подлый. Так, ну это мы уже прочитали. Угу. Все, иди к Фогелю. Две улики обновлены. Ну, то, что нужно с Фогелем поговорить. А. И Джон. Что-то там. Звезданул. Нет, он... история, это история. А, нет, ладно, все, да, это пока. Надо ее открыть, а то, блин, бесит вот это вот, висит. Да, поговорить. Вот здесь, прикрепить. Значит, Фогель, ПП. The front door's now open, sir. You can leave through it. Конечно, хочу. Налево. Как можно было сюда войти без врыва? Да, может, наверное, на рабочем переодевании, ну, этим... Там не было метки переодевания. Ну, значит, никак. Фогель. Вот здесь. Дойдем и это поговорим и сохранимся, да? Угу. Налево. Написано в подсказке было, что можно воспользоваться услугами каталог. Но почему я не могу этого сделать? Кого? Ну, на колясках. Каталог? Да, на конях кататься. Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. Так, похититель. Давай с похитителем. Давай. Или лучше с Меркурием. Ну, насрать на похитителя. А, ну ладно, давай. Он же про похитителя сначала говорил. Ну, он сейчас, я скажу, он скажет, а что же это тогда плохие, хорошие же новости? I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about painting too. Huh, he's dead. How very droll, Mr. Holmes. One presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. He impaled himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day. On account of his murder, killed in his own flat by the same person that stole his painting. Oh, sweet Mercurio, perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor. What about the stolen painting? Have you located it? I found the painting, but I could not retrieve it. Well then, where is it? In Bernadotte's office. Bernadotte? That shady businessman? Why would he steal it from me? I'm afraid you'll have to ask him yourself. Hmm. I take it you found something more then. I found the source of Mercurio's artistic inspiration. A photograph. What troubled me was that the sexual act captured was non-consensual. She was violated? Dear God, how despicable. Her abuser was in fact the British envoy. Mercurio took a picture of him committing the atrocity and then used it as...
artistic inspiration. I had no idea a mere break-in would eventually expose such barbarity. Mr. Vogel, I want you to make everything public, including the photograph. I'm sure you have a connection at the Cordona Chronicle. Ah, Mr. Holmes. Loyal to your own truth till the end. Yes, I'm acquainted with the staff of the Chronicle. The story is sensational and will surely draw attention to the gallery. But you must be aware that exposing the scandal will further hurt the victim. Does that not bother you? No matter what one does, the truth tends to come out. Пожурить. I won't be the one to stand in its way. Though it's only your subjective truth being exposed. Not that I'm judging. It's perfectly reasonable for everyone to have their own views. When you called me, you knew exactly what you would get. Oh, but I'm not like you, Mr. Holmes. I cannot be sure of anything. Regardless, I must thank you, for art's sake. Well, now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. I took the liberty of having it delivered to Stonewood Manor. I am told it belonged to your mother. And what exactly have you sent me? Frankly, I'm not sure how to answer that. I trust you'll know. Previously, you mentioned there may have been more to my mother's passing than consumption. It appears you were right. Oh dear, I'd hoped to be wrong. She was unstable, mentally unwell. She required sustained specialized treatment, but her madness persisted. I knew that Violet had disappeared from the public eye, but had no idea. I cannot imagine what you're feeling. I'm fine. Thank you, Mr. Vogel. I am curious to see what you have procured. Возьми денег, медаль. Теперь мне хватит еще на одни штаны. И табуретку очередную. Все, материнская любовь теперь можно делать. Еще угри ловить. И еще призрака. Давай на призрака. Только сначала мы выйдем и засейвимся. Да? Mm-hmm. Где тут выходить? В окно. Ничего нового не добавилось? Я вот смотрю, может, картина какая-нибудь появилась. Нет, ничего. Почему-то. Ну. Грусть.